Люкер против меня посылать всякую дрянь, наверное, будет. Только где, интересно, он посылать это будет? В последнее время я заметил, что-то он давить стал. Давить в смысле спамом и юнитами. Конечно, ни одному экономисту это не понравится. Такое притеснение. Здравствуйте. Опять надо чат включать, перезапускать. Надо качать массу, не отходя от базы. Денис, не знаю почему, но каждый раз теперь приходится мне перезапускать чат, потому что он не отображается на стриме. Поначалу. Блин. Архитектор, мастер, настоящий профессионал. А чё, он не понял, что такое ДЦ, или не знает, как туда попасть? В чем дело, собственно? А где это спам от Люкера? Где же его все юниты? Ничего нет. Поносца-то сколько? Об этом и пожаловаться поносца-то некому. Как не знать, что такое ДЦ? Я ему каждый раз пишу. А он до сих пор не понял. Наверное, еще скажет: а я не понял, что значит твой пинг. Ну тут юниты бегут, а зачем ты мне пингуешь? Я не понял. А, вот и поносится от Люкера уже. Собирается. Нет, это не от него. Удача светит, но не мне. Удача, она переменчивая штука. Почему? Почему их аирщик на меня спамом нападает? Он не знает, что он аирщик, спасибо. Ему что, никто не объяснил? Или они поменялись?
Вот это жопенько, если они поменялись, конечно, будет. Тогда понятно, почему Люкершмидт не начал спамить меня. Иди вперед, там снайп готовится. Ну чё ты на базе стоишь, Черикс? Я не буду все это кал сдерживать. Люкер знает, что ты так делаешь. Я так не делаю. Ну, я делаю, когда мне предлагают, но как сам-то я не делаю. Вроде как. Вечерочка? Вечерочка. Так, как бы сказать, что не... то... правдивая, не оскорбив кого-то. В общем, вот этот челик со мной как-то рядышком играет. Это не 1200. Ну, на 0 тянет. Ладно, соглашусь. А вот что-то побольше как-то не совсем термище. Этот аут. Зачем он Т1 антитурели строит против арты? Я, конечно, не знаю. Наверняка есть в этом какой-то глубинный, очень глубокий смысл. Так глубоко я не заглядывал. И не собираюсь. Вот смотрите, 1200 в моей команде, которого 800-ники проносят, полностью базу. Но вот качество моей команды всегда такое. Я не понимаю, ну почему? Ну как ты можешь 1200-ником быть, реально, которого 800-ник проносит. Ну, так же не должно быть. Такое не должно существовать в природе. Потому что... Ага, вот почему. Я теперь понял. Я все эти годы мучился, не понимал. Здравствуй, пылающий друг. Здравствуйте, мистер Холод. Так, ты с 800-ником не играешь. Завидуешь, да? Очень завидно. Я так и понял. Все вы такие. Кто мы такие? Ну, завистники. Смотря чему завидовать. Ой, ну, конечно. Ой. У меня нет комментариев. Аутоубий. 1900-ник пришел на турельке, сдох. А мой скотина. Или нет, он, наверное, обидится. Ну как это правильно сказать? По-русски, как это называется? Хлебушек? Ой, я в русском не силен, похоже. Хлебопучное изделие. Ну, в общем... надо придумать, так сказать, заголиться, чтобы он не обиделся. Но вот когда 1200-ника, я ставлю против 800-ника, и он подыхает как тупой идиот. Ой, опять не получается мне вот сказать что-то такое... оригинальное? Нет, ну что-то не оскорбительное. Я вот все хочу... А здесь оскорбительного, к сожалению, не получится ничего сказать. Слава тебе, Господи, а то я боялся, что претензии... Здесь можно только констатировать фразу «Здесь русский доктор уже не поможет». Отсутствие пульса можно констатировать.
у пациента. Вот я о другом 1200-нике, я убил оппонента. Что вот он стоит и ничего не делает? Я вообще не понимаю. Ну 1200 же, а не 0. Или... Не знаю, у меня в глазах... На этом можно полномочия, все. Не, ну реально, не понимаю иногда. Не надо, мы любим тебя за токсичность. Да не все меня любят за токсичность. Мне часто в комментариях пишут... Эти... Как они называются? Нехорошие хитрые. Люди, во, я вспомнил. Люди, это прозвучало в контексте очень... Что? Даже люди слово теперь оскорбительное, да? Оскорбительно не факт того, что это люди, люди, а скорее того, что ты забыл, что это люди. Именно в таком контексте, да, действительно. Да все могут, просто ты делаешь в открытую. Не знаю, в чатике пишут, что тебя любят за то, что ты такой. Токсичный. Ну, а в ЛС мне другие и другое пишут. Что они не любят меня за то, что... Они просто тебе завидуют, что тебя любят. Ну, а нет, их бедных никто не любит. Они, наверное, просто обычно обижаются, когда что-то плохое о них говорят. Это все равно, что приходить в кинотеатр на ужастик и жаловаться на то, что он тебя напугал. Ну, кактус колется, но продолжаешь есть кактус, но это уже иное. Все, а твой желтый пошел умирать. А у меня он был? Где-то там снизу вроде бы есть что-то живое, кажется. Так желтый. Ой, тупой, я же ему написал! Я же написал Люкерстра! Это как в предыдущей игре. Я напишу это, там страт летит на тебя. А Ордер... А я делаю свой страт. Ты же мне сказал на первой секунде игры делать страт. А то, что ты мне сказал потом, я уже не слышал. Ну... Я не понимаю, что такое слова. Слова это... Что такое слова? Это слишком сложно. Что они означают? Как понять слово, если я его услышу? Под кавыки. Ай, конченые уроды. Ну, ведь я убил 1900-ника, но все равно им мало. Этот идиот обоссался. На него никто не нападал. Вот... Просто обидно. Вот Мэтт Кэт мог всю игру просто клепать страты. Никто бы его не остановил. Ну, я имею в виду даже Люкер, потому что... Почему они ни хрена не понимают? Ну, а вроде бы вот его приходит деградировать. Да блин, ну вот он видел, что к нему идут, и за столько времени он не построил ни одной турельки, блин. 900-ник.
В прошлом месяце был 1800-ник. Теперь понятно. Все мехи, блин, убили. Ну вот и кто выигрывать будут? Не они же, они стоят как овощи. Вот как вот 800-ники и 900-ник продавили 2000-ников? Полностью стерли с лица истории. Блин, идиоты. Ну вот, я не знаю, ну как не оскорбительно в адрес таких существ говорить? Ну надо, что, дифирамбу им петь, что ли? Вот этого стратят, он даже зенитку не строит, хотя имеет кома Т3, ну построй ты еще одну зенитку, ну... Господи, ну как вот им объяснишь? Никак. У меня все грохнули, вот... Что я могу сделать без массы? Тут продолжает страт летать. Этот Деграч с СФами никуда не посылает. Но все мехи сейчас передолбят ведь. Ну вот как так играть? Я не понимаю. Он говорит, я 1900-ников в ладере выношу. Но не могу понять, как сдвинуть АСФ с одной точки. Научите меня. Мне нужен тренер. Ну капель же. Ну это очень странно кричать на овощ. Так он-то говорил, что он не овощ, а он всех тащит. 1900-ников он мне рассказывал, затаскивает в ладере. Нет смысла кричать на овощ в том, что он овощ. Он говорил, что он не овощ, он просто АИР положил, даже не попытался его поконтролить. Так а что, если он его поконтролит, он не дай бог его выиграть, нет, в этом. Таких планов нет. Не надо нарушать свои планы. Если ты нарушишь планы, то... Ну что тогда? Все прахом пойдет. Просто... Произойдет эволюционный скачок вверх, а он этого не хочет. Но он вниз произойдет. Деградационный скачок. У этого бомбят мехи, он вообще не видит. Он не знает, у него инженеры в одну точку просто скапливаются, он все, что делает, инженер. Вот этот сделал тип ган, как мне показалось, и ни разу его не использовал. Ну, ничего хорошего сказать не хочется. Только мат. Я не ругаюсь. Слишком нервный. Кто? Кто нервный? Вы, мистер Сид. Мистер Сид не нервный. Он грустный. Он грустит, потому что ему... Вот... У тебя сколько, Рита? У меня? У меня кстати, 1000. Вообще... 1000. Ну ладно, вот ты бы догадался ТМДшку построить... Да. На 17-й минуте. Я бы на 10-й бы его отгнул. Слишком много открытого. А почему? А что на 17-й никак? Не догадался бы, только на 10-й? Да? Какой позор, стыды! Там было как минимум два места, где можно было комов забрать тактичками. Я так и не понял, почему комов не забрали тактичками. Они там так хорошо стояли. И как раз думал, что там сейчас прилетит тактичка. В кого-нибудь, но что-то ребята не доигрывают в этой игре, на этой карте. Они не любят доигрывать, они любят про. Они же про. Они все любят проигрывать. Ну тут уместно не проигрывать, а более матерное слово, но... Да.
Вот до сих пор, ему уже который мех ты мелету. Может ему пингануть? Я вот стесняюсь спросить. Без пингов он не заметит, или он знает и специально не строит? Вот. Что он из этого верно? Тебе, выберите вариант ответа. Почему ты не тебе пингуешь ему? Да, но раз он это говорит, он не знает, что такое ДЦ, хотя я ему не первый раз такое пишу. Что такое Discord? Ну, извините. А где они все живут-то обычно? Деград-Черкавск вроде называется. Это поселение. Ему даже оверчардж сдал. Не дуй бог! Вот что это за восьмисотник? Его надо забанить. И какого хрена у него почти все Т3 мехи? Даже у меня не все Т3 мехи. Ну этот молодец, в принципе. Я на него этот надежд не возлагал, а он там давит турельками, да. Круто. Еще раз повторяю, у них вражеские командиры стоят на месте, но почему он не затактичит их? Вроде бы. У нас нет такого умственного ресурса в команде, который мог бы способен был. Не то что затактичить, ты хотя бы ТМДшку на базе построить. Ой, опять еще одна. Да, ну ты это, подумаешь. Бах. Он же 1800 был недавно, или 1700. Поэтому позволительно. Ну он вообще юнитов делать не будет, этот хрен самый. Слушай, а если ты поставишь тактички, не дотянутся до этих двух комах? Нет, это тупо. Ну, тупицам тупая смерть. А при чем тут тупица? Я имею в виду ставить тупо. Это дорого слишком. Я тебе только что сказал, там у восьмисотника это три мехи, а у меня нет. Я не буду ставить. Это дорого. Блин, ну, я вот это не смогу остановить. Не бил пауэра, нет. Сейчас экспо приберется, на самом деле все это понимают. Моя арта больше этих хреней убила, чем.
Кто там по мне долбит? Ну это дождался, пока они с другой стороны карты приведут юнитов. Охренеть. Как на тебя нападают, ты орешь, что все придут, и как на других нападают, ты говоришь, что я не могу помочь им никому. Я даже не смогу такую глубокую мысль понять, простите. Глубокую мысль бытия всего сущего? Да вот то, что там в коммент написали. Я не такой это смышленый, чтобы сообразить, что я сделал опять не так. На три фланга воюю, и опять все не так. Ну простите меня. Дрэрсик, опять выживание среди союзников тигра. Вот если бы наш аирщик... хоть бы имел, ну, грамм интеллекта, я не говорю о микрограммах, я говорю просто грамм интеллекта, если бы имел, то он бы делал просто страты и уже долбанул бы люкера. Но, к сожалению, грамма нету. Есть только килограммы, которые утягощают, так сказать. Я даже написал лазер, он все равно только сейчас начал уходить. Только сейчас, вашу Машу. Ну, это не объяснить. А что, Мэткэт-то сейчас-то начал пинговать? Сейчас-то ж уж поздно пинговать. Думаю. Немножко. Доброго времени суток. Опять играешь 1 против 9. Я не знаю, я со счета сбился. Сейчас закончу. Начну проигрывать. А ком с лазером? Клаки сильнее тут. Нет там клаки, ну по крайней мере я... Нету клаки. Какая клака, если мы его видим? Уже сдохни, Деграч.
Он даже в транс сесть не может. Настолько вот он... Да блин, опять я оскорбляю. Он бы мог пойти до воды, но поскольку у него не было интеллекта, он пошел наверх, а не вниз. Конечно, он бы мог выжить, никаких проблем не было. Но когда ты идиот, ты идешь же не от угрозы, а на угрозу. Правильно я понимаю? Так работает мозг дебилы. Дебилы, крокодилы. Кончитос. Закончился. Беконмия. Дьяволик. Вот как... Это... У меня недостаточно скиллов, чтобы заставить... Моего, как так сказать, поприличней. Но некоторых таких еще называют союзниками. Я сомневаюсь. В этом контексте уместно. Блин, это достал! Аирщик не прикрыл дебич. Спудер, здесь серьезно? Ой, просто конец какой-то. Называют ренегаты, они не за тебя и не за противника. Ой, я, кажется, пропустил смерть. Дебича? Ой, нет, простите, умного игрока. Ты пропустил смерть, правильно? Я понял. Лебархан. Или как ты там называешься, Лебархан? Как это, ты в муте или нет? Я в... Ты в глухе! Я не в муте. Я конфетти, а не тебе сит. А. Да он ты в ауте. Размути конфету, давай. Нет, его никогда, ни за что. Что, он хуже Элтирида? Он хуже всех, по-моему. О. Хуже Максимуса, хуже... Ну понимаешь, Максимус руинит мне из-за тупости, а этот потому что он грифер. Он специально, потому что хочет поднасрать. Вот и весело. Весело, ну вот и поэтому не проси меня размутить его. Мне весело, чтобы он до конца... Погоди, а я тебе руни не так специально? Ну ты по-француз же, что ты хочешь от себя? Французский, да? Ну,
Как тебе сказать, чтобы ты не обиделся? Да ты уже... Не, он тогда сам обидится. Это дорого стоит, очень дорого. Да, поэтому сейчас я не делаю это. О, розовый. Розовый тебе говорит, убей меня, убей. Я закончу моим мучением. Да нет, это Люкер говорит, розовый это нормально. Я просто подходить к нему не хочу, чтобы этот... Он не дамажил меня. Не таргите розового, просто отключай, когда пойдешь через него. Ну, а у него камни, мне не нравится, когда мне камни в печень. Ну не камни, а кирпичи, как они называются. Короче, это, ответ тут спрашивает, сколько хочешь ты за совместный стрим с ним? Что за место? Совместный стрим, сколько это? Нисколько мне не надо от него. Бесплатно, что ли? Да, бесплатно, я ничего не буду делать. Бесплатно с конфетой больше играть. Конечно. Ну, как бесплатно? Адекватных тиммейтов. Да, а ему дано с морского. Смотри, если у твоего ящика есть тиен. Ну, я не сомневался, что у него будет. Но вот вопрос, почему так долго меня терзает? Блин, если ты так классный тотуми кричишь, просто у тебя пулемет вообще не стреляет, походу. Это ложь. Какая ложь, это... Французская, наглая, гасконская. Французская сосиска. Ну, Сид, ну, у тебя пулемет вообще не стреляет. Это ложь. Нагло французская, гасконская. Ты аккуратнее, пауку не подходи, ну, волосы. Кстати, тут должен быть быстрее паука. Что к твоей стати? И то-то должно быть быстрее паука, нет? Да, и что? Мне назад и то-то идти от паука? Ну, вдруг? Что вдруг? Вдруг я тупанусь? Да. А да, тупею, как ты, и начну идти задом? Так ты контролил, как и то-то. Вдруг ты бы это... Опять пулеметом не стрелял. Господи, да стреляла она. Если у... паук подойдет, то ты либо пушкой вот эту пушкой, да либо ты его... пулемет. Тебе это надо новый ник упор сделать. Что ты до упора тупишь? Упоротый. Я знаю, как против питоты бороться. Молодец. Это хреновая экспа очень. Ну тогда не пользуйся ей. Да, поэтому я пользуюсь паук. Когда построишь случайно, Ctrl-K. Не, о, там экспа, а почему мне не сказали? Нормально так. А я не видел даже. О, и кто-то умирает. Тебе показалось. Для жизни. Ну давай, это пока одна отвлекает, второй это убивай базу. Понимаешь, тут... Кстати, неплохая не тот, а купилась, мне кажется. Ну вот, которая сверху, да? Которая не сдохла. Да, которая лазером не стреляла по твоей версии. Пулемет. Но она реально не стреляла, когда там юнит убивал. Так, вроде все стреляет. Ну она бывает не стреляет, да, но это же временное. Это потому что ты ее неправильно развернул, ты мог ее домикнуть. А ты комментируешь неправильно. Пулемет перегрелся просто. Иди уже в колосс. Че ты колосс-то живучий такой, а? Ну вот сейчас, вот сейчас, ну не стреляет же пулемет, ну. А реально, ну, сейчас не стрелял, да. Ну потому что ей надо постоянно крутиться. Ты, да тупая экспа, раньше сама она поворачивалась. Да нет, ты да ей да? должен подвигаться. Там я никому ничего дается, не должен. Потом двигайся ей. И все. Думал, она как линкор повернется бортом и будет все короче сдвигаться. Ну да, у меня иногда так бывало.
Нет. Что нет? Она не поворачивается. Ой, Гасконец совсем. Если ты таргет меняешь, она не поворачивается, пока у нее... Ну смотри, пока у нее стреляет хотя бы одна из пушек, она не повернется. О, в чатике пишут: французы руинят игры. Так это всем известно. Ну, Сеть, смотри, вот, я не знаю, создает... Конечно, ты не знаешь. Вот в этом мы с тобой согласимся, я думаю. Какая-то... хрень получилась. А что ты Фасу не убил? Так я не видел, там есть щиты или нет. Понимаешь? У нас же аирщик не может скаутить. Инцит у тебя обкома все равно может. Ни хрена себе там сокушек. Вот так это, ну это не все сотник, это что-то... Кстати, сейчас... очень классный синий ком, я думаю. Вот просто замечательно, он сейчас пойдет и умрет. Да, он в Сорбоне обучался, конечно, пойдет. Ты это... Хотя... Хотя, слушай, ты не понял, но так-то... Я не понял, думаешь? Ты не понял просто, как бы. Ну давай, объясни, почему это тонко. Потому что он француз. Нет. Сорбонь — это такое место, где у тебя нет никакой практики, только теория, только любая теория, и все. Поэтому он как бы в теории... Теории мое объяснение не хуже. Сюда белую. Убей! Да убил я, успокойся. Маньяк какой-то, крови хочет. Окей. И сокушек убей. Господи. Сумасшедшая игра. Этот человек достоин мута и бана. Кто? И бутылки. Да я это... Сид просто как бы знает, что будет, если меня замутить. Что? Будет тишина. Не кризис финансовый. А так он и так есть. На стриме.